правильно? Ну расскажи. Расскажи, как ты здесь живешь. Нормально. Нормально? А, ну, наверное, на какие-то кружки еще ходишь? На вышивку, на танцы хожу. Угу. А что больше нравится, вышивка или танцы? Вышивка и танцы. И то, и то нравится, да? Когда надоедает вышивать, ты танцуешь. А кого вышиваешь? Котика. Котика. А ты давно вообще научилась вышивать? Или недавно стала только ходить на кружок? Недавно. Недавно? Это сколько? Это в третьем классе. А, ну уже так нормально. Уже так ты кое-что умеешь. Угу. А скажи, цвета ты сама подбираешь или тебе помогают еще? Помогают. Помогают, да? Учительница помогает? Или какие-то специальные раскладки уже есть? Схемы, да, какие-то есть? Учительница помогает. Учительница помогает. Ну, я тебя не заходила. В прошлом году. Я тоже не хочу. Снежинка. А кто будет в следующем году? Ты еще не вы еще не готовите программу. Еще танец никакой не ставишь.